Всем привет! Что было? Смотри, какой огромный камень. Да, огромный. Всем привет! 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 Мы приехали ужинать, приехали в ресторан «Фонтан». Здесь мы уже были в прошлом году, место очень классное. Эльмар Гурбансай, держи, да ее за руки. Бурдагян Берта, что да? Как Марьяша загорела сегодня. Я хочу показаться. Ну, покажись. Вот как загорела. Пинка тоже. Пинка тоже загорела. С вами поздороваюсь. Я вот так. В сарафане. Ой. Никак я не могу. А вот. Вот. Вот так вот я выгляжу. И сразу пчела на меня. В сарафане, в чалме. Вот такой вот у меня сегодня восточный образ. Вот, собственно, сам фонтан. Здесь очень здорово. Надеюсь, меня слышно. Ну, говорю достаточно громко. Пойдем мы сейчас найдем наших. Дениса, Азика, Дениса, маму, тетю Марину. И его младшенькую Алинку. Так, здесь идет речка. По территории всего ресторана, как вы уже, наверное, видели, ну, практически можно сказать, что в Набране это самое популярное место. Ага, Марьяша уже камни бросает. Вот детская забава. Вот так вот здесь. Осторожно только. Пошли, Марьяш. Идем, мы отдала. Ай. Я там увидела, знаешь, что такие аттракционы, но не аттракционы. Сало мелит. Давай, идем. Что в сауле? Смотри, как трон. Как стульчик. Смотри. Да. Мам, ай. Ты знаешь, я там увидела площадку. Можно там поиграть. Можно там поиграть, пока нам принесут. Это потом с Алиной. Потом, подожди, пока. Да нет, спасибо. Вот, посмотрите, такая болталка. Здесь, по-моему, что-то взбалтывали. Может быть, масло готовили таким образом, я не знаю. Так, идем, а то мы папу потеряем из виду. Потом заблудимся здесь. Осторожно под ноги смотри, пожалуйста. Вот так вот. Шум воды. Да, давай. Давай, догоняй. Не беги, не беги, не беги. А, вот, все, в принципе, мы пришли. Такие мостики тут. Вот так вот здесь. Красиво. О, у них любовь с Денисом. Привет. Привет! Привет, привет! А где ваши? Наши отказались. Они. Опять? Алинка там, я же Боню сказал, она там подруг себе нашла, друзей нашла. У них там, в общем, они лобитки играют, у них там качели, в общем, они там бегают за сломя голову, короче. И ты занялся. Да. Но мама тоже бегает, я хочу, Денис, сказала, Денис, да. Денис. Она говорит, некуда идти, Денис. У нее дом два. Это расстроилось. О, что с тобой? Ты что расстроилась? Завтра Алинка придет к тебе обязательно, 100%. Завтраками кормите каждый день, да, мою дочку. Да, в смысле, я ей тоже сегодня ну, сказал. Ну, мы пойдем к ней. Вот. Если она не захочет, мы придем. Придешь к ней в гости? Да. Вот все. Лучше, да, если гора не идет к Магомеду, да, Магомед да, лучше да. Сам пойдет к горе. Мама, можно мне? Завтра я тебя с папой откомандирую. Мама, пока нет, с папой пойдешь, пока нет. Пока возьми камушки побросай, если хочешь. Нет, Марьяш, вот отсюда. Здесь вода лед. Лед, лед, лед. Я потом намочу ноги. Марьяш, конечно, не разрешу. Марь, далеко не бросай, там люди сидят, осторожно. Подальше, но не сильно. О, здесь так здорово.
И здесь родниковая вода. Денис, мне тоже налей. Да, это булавцы. Она ледяная. Что? Нет, я не хочу. Я сегодня перевес поела, спасибо. Вот такая вода. Она родниковая, ледяная. Какая прелесть. Ай. Я пойду чуть прогуляюсь, приду. Пойдемте с вами немножко пройдемся. Мария, что здесь будь, я сейчас иду, хорошо? Вот здесь вкладываются. Реально вкладываются в это место. Посмотрите, какие здесь деревянные беседки. Хозяин тут как бы денег не жалеет. Ну и, соответственно, зарабатывает. Молодец. Вот. Это огромная уже беседка. Она большое количество человек. Такие вот они здесь сделали, как запруды своеобразные. Здорово здесь. И вот так вот все. Видите, вот. Ой. Вот, Арина, это к вашему комментарию о том, что вчерашний ресторан был как в советское время. Да, так и есть. Но, в принципе, тот объект, тот дом отдыха, он советских времен, там ничего особо не делается. И хозяин этого объекта тоже не вкладывается. Но здесь другая история. Такое дерево. Здесь ситуация, конечно, другая. Здесь денег не жалеют. Ну и правильно, я считаю, вот здесь классно. Надо будет прийти сфотографироваться. Смотрите, какая прелесть. Пока светло, сейчас пока несут наш заказ. Я, наверное, это видео оставлю таким коротеньким, потому что хочу на свой телефон пофотографироваться. Ну, в принципе, вот так. Вот здесь мы сегодня ужинаем. Я думаю, все, кто бывал в Набране, мои соотечественники, всем огромный привет. Все, конечно же, знают это место. Ой, забираюсь я на эти ступеньки. Поверну, сейчас покажу сюда. Наверное, меня видно. Ой, ну здесь классно. Солнце садится. Очень здорово. И уже лес. Там уже лес. Ой, все. Давайте я с вами попрощаюсь. Ну, мы еще с вами увидимся. А с вами была я, Виола, конечно же. И привет вам из Набрани.